Привет, привет, я хочу вызвать. Как странно не звучало, я хочу вызвать стуха, я уже второй раз повторяю. Ничего, наверное. И я хочу потанцевать. Сейчас песня будет, я так думаю. Раз, и два, и три. Я потанцевала, мне понравилось. Но, может, и не понравилось. Я откуда знаю? Вот. И мы сегодня будем смотреть Даня Потов. Да, был Даня Потов. Немножко звук. И немножко включа. Ну и вот страшная кровавая Мэри, или как она там называется, серия. Я уже ее 100 раз. И она шикарная, шикарная из всех. Пиковая дама, приди. Пиковая дама, приди. Не, пацаны, это полнейший бред. Вы реально в это верите? Я... А что за бред? Ты сам бред. Понимаешь? Предлагаю просто пойти и реально заняться делом, потому что это бред. Ты реально думаешь, что это шутки? Мы как только сюда переехали, мне... Хорош, парень. Хорош. Постоянно снится какая-то дичь, кто-то ходит, кто-то стучит. Если я поймаю отсюда так... паралич, я реально с ума сойду и уеду просто отсюда к чертям. Не, пацаны, как по мне, фильм вообще... А шо? Я сама хотела бы съехать со своей сестры и братой родителей. Полнейшая ерунда, поэтому я, пожалуй, схожу в магазин за чипсиками. Не... Какая ерунда? Ты как этот... Петрашка, наверное, да? О, имя наконец-то запомнила... Хотя бы одного. Ой, я болею. Если хочешь, мы можем это проверить и вызвать какого-нибудь духа в дом. Да, Даник прав, давай это сделаем. Не, ну если я потом не засну, это ваша вина, пацаны. Окей, погнали. Хей, ребят, вы на канале Даня Пот. Мы сегодня с пацанами собрали... А может, не Даня Пот, а как... Это была моя мама. Но вообще это не Даня Пот, а Даня Пот. Вот. Включаем. Чтобы проверить некие-то предположения, что у нас дома кто-то поселился и ходит каждую ночь, мы решили вызвать... и поговорить с духами. Получится ли у нас или не получится, узнаете в этом ролике. Если получилось, то вы его 100% увидите. Так, ребята, вы готовы вообще к демону? Не, я должен это по-любому поверить, потому что мне очень важно. Я считаю, что это полнейший бред, пацаны, но... Этот фиолетовый трусих. Ну, Рил. Я шо, шо там могу поделать? Не, да я мальчу. Мне интересно. У нас для этого призывания есть помада. Есть свечки. Все, в принципе, ребята. Но еще надо будет одна штука, чтобы с ней пообщаться. Как вы подумаете? Шо? Голова? Или шо? Еще должно быть мозги. Но это похоже как голова. Непонятно.
Это не пиковая дама, ребят. Для начала зажжем свечки. Ну, ребят, мне уже... Да все уже поняли. Кроватный монстр. Что становится? А для чего их зажигать, Даник? Ну так, написано в ритуале, в интернете, я не знаю, честно. Можно я одну зажгу, чтобы быть уверенным? Так. Где мой телефон? А? Где мой телефон? Так. Надо искать. Ну я не зажгла эту одну свечку. А, это уже что-то не то. Мне уже страшно, стало не по себе. А что там дальше происходит? Чё? Красиво. Что вам не понравилось? Все мужики. Не пойму их. Отключите все световые приборы в квартире. Погнали. Стой, куда погнали? Я боюсь, чел, я реально... Трус. Один петрашка нормально. А я под и не помню этого. О, а свечки считаются за световые приборы? Нет, нет. В ритуале написано, что свечки надо зажечь и выключить весь свет. Пацаны, ну реально, 10 секунд. Никита, давай-ка тебе тоже немножечко, чтобы пацаны больше боялись. Все? Ну? Да, нормально. А! Как страшно! На зеркале. Я займусь. Шучу, ничего. Давай. А я возьму челик, я буду тебя, короче, подсвечивать. Давай. Тут уже реально темно, поэтому помогите мне зеркало. А куда? Прям по центру? Ну да. Сколько нужно? 5. Страшно. Да Петрашка, реально страшно стало мне на тебе. Да, на струсих. Какие они должны быть? Это лучше или нет? Горячие. Чего не получается? В ряд все идут вот так? Да, да, да. Они все повторяют тот узор, да? Ой, сюда. Ну все, пятая свеча готова. Помаду я уберу тогда. 4. Ну, что, а моя видео сейчас показывает. Сколько? 7. Там... Чего за... Здесь... Чего? Здесь 7, то 4. А 27, там 36, 38, 39, 4, ну, блин, ой. Стой, подожди, а мы сказали, когда мама Мэри приди хотя бы. Будет. Мы даже не сказали, когда мама Мэри приди, а ну уже. Я обосрусь. Что это был за звук? Когда сказала, надо сказать 3 раза, кровавая Мэри, вы слышали? Ха. Это я кровавая Мэри. Кровавая Мэри. А не кровавыми. Да здесь подписчики тоже. Это был тихий звук, но... Такая хрень. Это же было отсюда что-то. Нет. Нет. Отсюда как картины. Да. Реально? Ну типа ты посади на эти лица. Блядь. Вспомнила 4. Там шми. Карты иду. Эта штука отсюда. Чего не смущает до сих пор? Не, я с этого уже офигел. Да. Я уже офигел. Тут уже офигел. Поставьте лайк. По-братски. Для вас акула. Зажиру. Я просто подумал, ты задул. Не ты задул? Я думал, ты пошутил. Алло, ты не пошутил? Нет. Стоп. Ты ж не веришь. Стой. Да это ты? А шо, Петрашка тоже боится. Все дружи с трухой. Дружи. Хи-хи-ши. Нет, возьми меня, где пошлите, пошлите отсюда. Нет, сейчас пошли. Стой, куда пойдем? Стойте! Да! Мы втроем в квартире огромной! Конечно, что за херня? Я не знаю, это не я точно сделал. Материться нельзя. Хер. Ой, я сама чуть не материлась. Это детский контент. Ау. Но на самом деле моя жизнь... Ну, в следующем жизни 7, ну, 8 лет. С
Скоро будет 9. Поздравьте. Скоро будет моя день рождения. И моя подушка. Пальцы, пальцы пока. У меня все чисто. Вместе. Сейчас приду. Все. У меня тоже все чисто. Только пульт. Ну, мне тут недалеко. Хотя бы нам все знаешь. Чем мы без тебя здесь? Не-не-не-не-не-не-не-не. Жопу. Пацаны, у нас света нет. Что? Вы не платите? Свет! Надо платить. Даже не понимаю, как они живут. Create amazing doodle. Реклама. Алло! Ты чё, ветрашка? Чё за херня производит? Выходи, мне страшно одному. А, пацаны, не кидайте меня! Вылезайте, смотрите, что я принёс. Да куда вылезайте, к нам лезть? Давай здесь. Да. Давай под столом. Что ты принёс? Политическую доску. Вы чё? Это из фильма ужасов. Я тоже могу принести. Что она где-то там? Далеко я ещё не буду идти её взять. Мы до скольки общение с духами? Да, 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 пацаны, мы сейчас попробуем пообщаться, если тут реально где-то... Да-да! Не знаю про эти доски, что это за бред. Стоп, что у нас по итогу? У нас размазано зеркало, у нас сдули свечки. У нас нет света. Нет света, и какой-то страшный звук был. И еще мы сидим под столом. Все, ложитесь за пацаны, попал. Петрашки смешные. Страшно. Пальцем? Да. Одному вот прям сюда. Сейчас я просто задаю вопросы, она должна сама вести. Типа ответ дает? Ну да, либо нет, либо пишет какое-то слово из этих букв или цифр. Надеюсь, что она скажет «до свидания» и свалится с нашего дома. Она вообще ничего не скажет, Никит. Вы готовы, пацаны? Да. Здесь кто-нибудь есть? Что, не услышала? Да, погромче попробуй спросить. Давай по-другому. Кровавая Мэри, ты тут? Кто это двигает? И у меня палец стоит на месте, пацаны. Жена, рука расслаблена. Шо? Не видите? И Таня движет. Ну вы вообще еще слепота, его надо очки. Кричи на весь дом. Вообще будет круто. Не, пацаны, не, без прикола. Включаем свет. Стой, пацаны, не, включаем свет. Не, я почёпал отсюда вас. Стой, Некит, ты точно? Алло, свет верни. Алло, Некит. Все равно нет света, пацаны, алло. Может, еще и петрашку поцелуешь? А? Пошли, куда? Тихо, я свечу, да, я, может, пройду? Ну да, произнеси ты первый, я не приду, я посерединке. Полный мурак, ничего, ничего, идешь на твою комнату. Стой, быстрее, заходите. Дайте какое-то сейчас дикое желание проверить, вот есть ли там что-то. Нет такого? Тихо! Ник, ты аккуратно, сейчас нет, ничего нету. Я хочу взять свой кактус просто. И что мы сейчас будем делать? Либо нас кто-то пранкует, либо я хочу... Вы не реально подстраивали? Я не верил, я клянусь. Да мы думали, что это ты подстраиваешь тем, что ты... Вы мне не верили. Я вам говорил, что когда мы сюда переехали и все время, когда мы ложимся спать, я что-то слышал. Клянусь. А! Мы испугали? Я решил ушить. Нет, чего, это вообще не смешно. Я на самом деле просто привык, что она орёт. Я думал, это Петрашка, потому что он не верил. А теперь Петрашка боится, смотрите, сидит со свечкой и кактусом вообще. Фу, я боюсь. Короче, надо что-то... Давайте просто свалим в квартиру.
характера. Пацаны, если это действительно правда, во всех фильмах монстры появляются ванны. Типа из трубы вылазят. Да хер пойми, откуда они вылазят. Не то с толчка, то из трубы вылазят. Я не знаю. Просто во всех фильмах они находятся в ванной, и я сейчас предлагаю пойти туда. Нет. Зачем? Нет. Прям в логово? Нет, пацаны, если реально кто-то пранкует, там ничего не будет. Нет, там просто ничего не будет. Стоп! Глотки! 100% это глотки! Глотки! И он еще ушел. Я зачем? Я помню, глотки, он самый нормальный человек. А вы? Вот. Ну, красивые, это только не понимаете, мистику нельзя звать, но это, может, правда. Не подумали. А если сердце говорит, и это татучено, какой там монстр, зачем идти, а зачем? Чипсиками вам какие чипсики? Я полнейшая ерунда, поэтому я, пожалуй, схожу в магазин за чипсиками. Пойдемте! Погнали, на уверенность. Погнали. Реально на уверенность идем. Погнали, пацаны. Алло, в смысле? Пойдем. Погнали. Давайте друг друга за руки возьмем, чтобы видеть. Ну, чувствовать. Я дверь сначала, дверь открою. Стой, Никита, пройди первый, пожалуйста. Если что, тебя первого. Если что, спал. Герой. Давай еще свет. Если что, на самом деле плохо. Чего тут нет? Никита, ты чем-нибудь видишь? Ну, наша какая-то картина. Материста не взяли детский контент. Тихо. Сабутыни. Только нам видео, наверное, там даже не помню. А тебе вернулся. Дверь открывается. Алло, пацаны, не смешно! Тихо. Я запру дверь. Она тебя дернула? Да! Держи! Я закрыл! Ну, вот это дверь! Я слышу пацанов. Стоп, если не пацаны, то кто? Я не верю в эту кровавую мэру. Я. Чел, нужно срочно спасать Даника! Что происходит, я не понимаю. Даник, если это ты, это не смешно! Даника закрылась, Никита! Да пацаны, я в ванной заперты! Не смешно мне! А мы с Никитой там, и нас дручку тянули! А нет! Чел, у меня есть идея, давай возьму что-нибудь тяжелое. Я забыл. И пойдем спасать Даника. Привет. Ладно, нормально. Ребят, пожалуйста, поставьте лайк, подпишитесь. Никто такого не делает, мы вызвали кровавую мэри. Я кровавую мэри. Да. Как говорится, что ты делаешь с головой, кто это понимает? Понимает ручка. Вот и ты делай так. И понимаешь, это монстр. Девочка. Надо что-то сделать. Петрашка принес вам спиритическую ложку, чтобы сейчас с ним пообщаться и что-то решить. Мне кажется, логично будет спросить первым вопросом, типа, ты что-то хочешь от нас? Давай. Ставим пальчики, пацаны. Ты что-то хочешь от нас? Мне пульс уверен. Любишь? Нет. Ага, она от нас ничего не хочет, в принципе. Может, ей ничего не надо. Тогда зачем она здесь вообще, это непонятно. Потому что мы ее вызвали, чела, очевидно. Может, она хочет, чтобы мы ее освободили? Давай тоже спросим. Давай спросим тебя. Да. Ты хочешь, чтобы мы тебя освободили? Не надо было ее вызывать реально. Может, она хочет, чтобы мы провели штуку и обряд, чтобы мы ее типа как-то освободили душу. Ну, подожди, то есть ты хочешь сказать, что ты знаешь обряд, как ее вызвать, но не знаешь обряд, как от нее избавиться? То есть я не знаю, может, надо обряд. А ты знаешь обряд? Нет, в интернете забыли. Давайте спросим ее. Нам нужно провести обряд, чтобы ты ушла? Нет.
знаешь. Говори. Там не, пацаны, я же тогда ее в карман положил. Нарисовать этой помадой полметра пентаграмму. Ну, давайте одну плиточку. Да, давай. Да, примерно полметра. В центр пентаграммы надо поставить свечку, которая осталась на задушке. Вот. Так, держи. Пацаны, это так крипово выглядит. За свечку надо свалить. Сейчас встанем. Надо этой свали будет затушить свечку после слов три раза. Кровавая мэль. Выйди. Соль есть. Молодец. Чего готов, пацаны? Да, давай. Давай, начнём. Уйдите. Все, уйдите. Она ушла? Не, не ушла. Надо идти в ту комнату. Не, нам придется туда идти, потому что... Не, придётся. На комменты? Я пойду. И решу. А, я пойду. Попробуй открыть его светилкой, попробуй дотянуться до света. Как дотянуться до того света? Что это? Тихо, покажи, это не надо. Не материмся, как... Что сказать? Я видел в коридоре. Зеркало. Спасибо. Что это значит? Пацаны, мне кажется, это все. Убью. Еще убрать вот эту вот хреновую штуку. Вот. Давайте осмотримся. Давай. И убедимся в том, что я не утопил. Окей. В общем, ребята, мы посмотрели всю квартиру, мы ничего не нашли, ничего подозрительного. Свет есть, все работает, все прекрасно. Но я охренел сегодняшнюю ночь. Нет, пацаны, я знаете, какой вывод? Что ужастики я с вами больше не смотрю никогда. Понятно? Пацаны, я предлагаю сжечь эту странную кофту, чтобы мы ее больше никогда не вспоминали. Я согласен. Ладно, ребята, а если вы впервые на нашем канале, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. А с вами был Даня-бот, Бэби-Никит, Бетрашка. Всем пока! Пишется, все жить. Всем пока, ребята.